1993 году Евгению Мартынову могло исполниться 45 лет. 10 раз его песни становились лауреатами нашего фестиваля. И, конечно, лучшая память о певце, композиторе и поэте – это его песни, которые живут и по сей день. Музыка Евгения Мартынова, стихи Владимира Харитонова «Вишня». Поет Филипп Киркоров. Вишня белой была, словно вьюга мила. Каждый день мы встречались с тобой. Лег туман от реки, стали травы горьки, и теперь ты идешь стороной. Скажи мне, вишня, почему любовь не вышла, и твои опали лепестки? Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла, и твои опали лепестки? Только ты не молчи, словно месяц в ночи. Вместе мы проводили те дни. И слова о любви родником оживи, чтобы вновь зазвучали они. Скажи мне, вишня, почему любовь не вышла, и твои опали лепестки? Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла, и твои опали лепестки? Скажи мне, вишня, почему любовь не вышла, и твои опали лепестки? Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла, и твои опали лепестки? Киркоров, «Вишня». Мы пригласили на концерт родственников Евгения Мартынова и Владимира Харитонова. Дипломы фестиваля за песню «Вишня» вручаются сыновьям авторов Сергею Мартынову и Василию Харитонову. Филипп Киркоров.